Перед сном мы кладем пустую косметичку под подушку. Я оставила мне косметику. Дао Бао Суи Максим Дао. Девочки, это видео для ленивых, кто красится в постели. Лайфхаки. И, кстати, не отключайте, потому что здесь палетка Фэнти троечка. А ну что, поехали. Ой, первое, что я хочу сделать. Ой, сколько у меня в косметичке много всего, кошмар. Что тут у нас значится? Начнем мы с тона, значит, бля. Начнем мы с тона Estée Lauder Nude, потому что я сегодня хочу на работу, я иду, да, в офис. Я офисная мышь. Год крысы, мой год. Я хочу легкое покрытие, красотульку. Зеркало где мне взять? А зеркало у нас вот есть, в палетке мини у нашей. Оба. Тон Nude у нас. Опа. Очень интересный челлендж. Я еще ни разу такого не делали. Скажите, пожалуйста, вы видели такие челленджи вообще на ютубах, в бьюти-ютубах? Я вот нет. Надеюсь, камера не трясется, потому что я ее держу между ногами. Между ногами. Между нами любовь. Покрытие люблю нюд. Нюд хорошо работает с не очень проблемной кожей. Такой, знаете, среднечковая. Бля. Утренняя мокрота. Мокрота, перейди на Федота. О, покрытие сделали. На утренний макияж у нас сколько времени? Мало. Давайте ускоряться. Тон кожи вроде выровняли. Ну это бьюти у нас сегодня. Где наш домик для спонжа? Ой, веселимся, девочки. А консайлер, чтобы наши... Вдруг... Блять, а где консилер? Где консилер? О, это еще вставать с кровати? Сейчас берем консилер Revolution. Ну, вы знаете, консилер Indefine. Я его вообще клево мне с ним. Нанесу. Блять, он у меня кончается, ребят. Ну, это вообще вечеринка, мне не нравится. Сразу говорю, что этот консилер очень быстро кончается. Наношу немного. Под глазки чуть-чуть на носик. На носогубку мою красную. Ой-ой-ой. И на подбородочек. Все, чуть-чуть. Кисточка быстренько потушую и спонжем прибью. Готово. Чем мы дальше? А, это пудра. Я, блядь, пудру не положил, что ли? Да ты что, гонишь? Ай! Дальше у нас идет пудра Revolution. У меня здесь Hello Kitty. Как Hello Kitty? Без зеркала. Очень неудобно. Почему оно без зеркала? Я вот сюда положу. Вот тут дырка у нас уже, это черная дыра, блядь. Опа. Закрепляем под глазками консилер, чтобы у нас не скатался. Хорошо, мы пудримся сегодня. Весь день в офисе сидеть, нам такая вечеринка не годится. Чтобы у нас лицо еще жирное. Не дай бог стал. Какой еще бог? Готово. Казанова. Фу, у меня руки так устали уже, прикиньте. Так, чтобы сделать наш образ более свежим, берем румянки. У меня румянки. У меня румяна от Juvia's Place. Возьму какой-нибудь освежающий розовый цвет, вот этот. Еще хочу его смешать с сиянием. Я забыл, что они пигментированные, ладно. Сейчас мы разнесем. Закреплю консилер на глазах также этими румянами. Тетя носик, тетя Лёбик. Я понимаю, что... Может, поближе чуть-чуть? Так лучше? Не знаю. Лайфхак, если переборщили, берем наш спонж и чуть-чуть притопчем, где нам это не угодно нашей личности. Дальше что мы, помните, что мы делаем, давайте? Давайте брови сделаем, а дальше уже глазки штуки. А, нет, хайлайтер. Миниатюрка Бэнк... Гангбэнка. Миниатюрка Бэка Мунстон. Очень красивый, деликатный такой. Да чё деликатный, яркий он. Здесь вот маленькое зеркальце, я буду... Ой, там вы! Буду в него смотреться. Он прям полировывается в кожу. Очень красивый. Ну смотрите, я просто делю хайлайтеры на какие? На бешеные и на такие, знаете, дорогие, деликатные. Вот это вот один из лучших моих деликатных, красивых, дорогих, полировывающих. Сколько я еще аппетитов подберу, не знаю. Он. Мунстон Бэкка. Быстренько вот так вот себя сделаю свежим. Свежак. Чуть-чуть на носик, чуть-чуть на переносик, чуть-чуть на пальцах. Но? Ну это вообще, да. Последний штрих по всему вот этому дерьму. Мы сделаем бровс. Гель Vivienne Savo. Быстренько бровки зачесываем. О, я руки накачал пипец. Как после дрочки. Дальше чуть-чуть подкорректирую форму, совсем чуть-чуть. В волосковой технике карандашками Vivienne Savo. Бро Ательера в оттенке 04. Вообще видно что-нибудь, не пойму. Под таким светом вы видите все мои недостатки. Ну и ладно, у нас с вами интим.
Мне нечего этого скрывать. Подтушуем наши вот эти карандашные волоски, чтобы они более, как это, естественно выглядели, что ли. Ну чё? Дальше реснички подкрасили, я ресницы не крашу, поэтому мне похуй. Бля, да шо кисточки? Ну а теперь палеточка номер троечка от Fenty. И я думаю, вы уже готовы к сводчам. И да, вот такого вот она содержание. Базовая, хорошая палетка. Просто супер. Первое, что нам нужно на каждый день, это просто заполнить каким-то цветом и сияшку наложить. Вот я думал, сегодня мы так и сделаем. Так, я возьму оттенок вот этот в склад. Нюды бури. Нюдовые попки? Бути, что это такое? Сиськи? Ладно, короче, берем этот оттенок на большую пушистую кисть. Очень мягкий, очень сыпучий, я уже говорил. Заводим складку, растушевываем вот сюда, оттягиваем. Знаете, что я сейчас понял? Что в таком положении у вас точно не отсыпятся тени. Лайфхак. Также вот этой плоской стороной набираю, прохожусь по нижнему кеку. Дальше возьмем какой-нибудь шиммер. Ну давайте вот этот, темненький, коричневенький. Они прям такие вкусные. Нанесу вот сюда, на подвижное веко. А чё, мы утро у нас, давайте пальчиком вот так вот типа. Это много быстрее, чуть-чуть выше складки даже заходим, не боимся, будет такой более естественный эффект. Балдеем. Не утро, а прелость. Прелестные тени, просто я вообще балдею. А дальше, где у нас чуть-чуть помельче, мы возьмем вот этот оттенок посветлее. На внутреннюю часть подвижки, о да. Не знаю, кто бы что про них не говорил, но они просто вообще, я от них реально балдею, крутые. Чуть-чуть нашей широкой кистью подтушу это дело. Также маленькой кистью наш светлый оттенок набираю. Чуть-чуть по нижнему веку. Чуть-чуть. Вот так вот. С палеткой закончили, возьмем наш хайлайтер и нанесем на внутренний уголок. Что нам освежит взгляд? Вот это сияние в внутреннем уголке, переходящее на нижнее веко. Вот так вот. Ну все, что нам еще надо? Можете блеск нанести на губки, можете помадку какую-нибудь. Возьму помаду Sephora в оттенке 81. Пальчиком по губкам. Шлеп-шлеп. Он такой розовенький, пыльно-розовый такой, знаете. И чистым пальчиком чуть-чуть растушевываем края. Этот оттенок идеально подходит под натуральный цвет губ. Все, наш утренний образ готов. Ой, пошлите со мной на работу, девочки. Ой. Встали, а теперь переодеваемся на работу. Оба! Ну я не драк, конечно, но ничего. Еще расчешемся сейчас. Башка жирная. Но на этот случай у нас есть сухой шампунь Батист, стайлист для объема. Я им пользуюсь, типа быстренько вот так вот. Вот это все волосы сделали и зашибись. Но сейчас я не буду, потому что мне впадло. Но у меня будет эффект прилизанных волос просто сегодня. Все равно мы офисные планктоны и никто на нас не смотрит. Ой, уже время на вечеринку. Пора делать вечерний макияж. Ой, блин, так спешу, нужно переодеться по-быстренькому. Опа! И хоба! А вот теперь у нас будет драк. Ну что, погнали, весь день мы работали, кожа у нас уже жирная, пипяу. Давайте запудримся мы бы в это, 5 сек. Пользуемся теми же продуктами, что и утром, потому что, что было в косметичке, ну, вот это все припудрим дело. Ой, ой. Ну и конечно же, чтобы выглядеть ярче, мы добавим немножко контуринга. Да, понимаю, что эта палетка не влезет в нашу косметичку, но я думаю, что у вас есть более компактный вариант вашего контура. Погнали, чуть-чуть усилим эффект наших скул. Красивых, да, у нас скулы красивые у всех? Конечно, красивые, чё бы нет. Тут быстренько контур. Ой, красиво. Блядь, что-то в глаз попало. Жизнь. Ова. Теперь подносик. Обновим наши румяшки Juvia's Place. Она без зеркала, хуевая палетка, не берем. Если у нас вот такая вот вечеринка, то вы в нее не накраситесь. Нет, нет, нет. И еще раз нет. Я поэтому делаю вот это, бутрик. Напомню, что они супер пигментированы, поэтому будьте осторожны, будьте бдительны. Усилим поярче. Вот тут что, да? Консилер у нас чуть-чуть скатался под глазами. Разглаживаем пальчиками, снова пудрим, чтобы он не это не ушел никуда. Пидорас. Все продукты мы обновляем, хотя хайлайтер. Ну да, в скетче прошло целый день, а у меня прошло всего пару минут. Можете его прям активнее нанести, если вы, конечно, рисковые. А мы здесь все рисковые. Давайте уже дальше поработаем с нашей палеткой теней. Вот такая у нас красивая палетка. Красивая.
Это самая лучшая палетка в моей жизни, ты должен сказать. Так я думал, ты еще будешь что-то... Хотел добавить, что она очень суперская, очень базовая. Вы ей можете сделать как дневной, так и вечерний макияж. Такая же по текстурам, матовые прям вообще вот такие это. Сыпучие, пигментированные, хорошо тушевающиеся. Эти депричастия, это не мое. И два шиммера сияшки. Работаем, девочки. Это реально работает. Слышим? Это суперская палетка на каждый день, на не каждый день. Для транси тоже супер. Вес 100. Все наслаждение. Я сказал Денису, что он должен сказать, как будто мы ее продаем. Берем нашу вот такую, это факелообразную пушистую кисточку. Сейчас мы будем работать с темными цветами, потому что что? Вечер, верно. Давайте начнем с этого коричневого, прям темного-темного. Затемняем наш уголок. О, очень хорошо. Уголок затемнили. Теперь берем вот этот бордовяшка. Дальше чуть растягиваем по складке. Чуть-чуть к височку, чуть-чуть, не сильно. Ну, как обычно, не сильно у нас будет. И на подвижку тоже чуть-чуть затягиваем. То есть должен быть градиент от самой темной точки в внутренний уголок. Берем нашу пушистку. Фашистскую Германию. Берем нашу пустышку. Фашистскую кисть. Берем нашу пушистую кисть. Давайте попробуем оранжевую, мы его не пробовали, да? Пробуем через него растушевать вот так вот. Забыл сказать, что это палетка Дениса. И мы думаем, что мы приобретем еще много палеток от Fenty. Теперь делайте выводы, она реально клевая. Только восьмую не берите. Тотальный пипяу, ну как бы. А все остальные как бы заебися. Пахнет пися. Чуть-чуть прохожусь по границе кисточкой с хайлайтером вот здесь вот. Чтобы подтушевать прям вообще вот так вот. Клёсно, да? Дальше я хочу, чтобы глаз стал мой более выразительнее. Стрелки мы не будем рисовать, представляете, сегодня шок. Возьму тату-лайнер от Maybelline, а ты от Maybelline в оттенке. Rich Berry, богатая... Это ягодка. Баба. Ягодка опять. Пройдусь по слизистой пыра. Захожу на Харадзуку. Захожу на ресничный край. Могу карандашиком даже сделать такую карандашную стрелку, оттяжку. Пройти по межресничке, как бы обрамляя глаз. Ну, как-то так. Теперь проходимся в маленькой кисточкой каким-нибудь бочонком. Пройдемся вот этим баклажановым. Закрепим наш карандаш. Нижняя кека. Не боимся сделать веко более большим, взять пониже до нашей улыбающейся складки. Немножко обновим наше сияние, возьмем вот это сияющее. Нанесем на внутреннюю часть, на нижнее кеко. Клево, перевоплощение. Видите, вечерний глаз и дневной. Давайте сейчас сделаю второй глаз, наклею реснички, сделаю чуть-чуть брови почетче, ну что прям немножечко сабля, немножечко, чуть-чуть, на полписьки. И вернусь. Опа! Готово. Осталось нарисовать наши красивые губки. Сейчас мы используем более холодную помаду от L'Oreal. В оттенке 852 Box of Chocolate, коробка шоколада. Конечно же, на вечер мы рисуем миллиметр в подарок. Очень нужно, очень срочно, обожает он. Ну что, готовы? К вечерним пососушкам. В принципе, мы готовы. Надеюсь, вам понравилось такое интересное видео. Я думаю, это очень развлекательно, очень клево. И палетка у нас проверилась тоже. Кстати, передавайте утренний челлендж кому-нибудь из блогеров. Макияж в постели обязательно. По-моему, этого еще не было, и это нужно попробовать. Мне кажется, я подкачал ручки. Насчет палетки. Я могу повторить все те же самые слова, что и о моей предыдущей. Только это более универсальное, потому что в ней нет таких странных оттенков, как горчичка. Хотя здесь есть оранжевый. Но я люблю оранжевый. И здесь нет светлого шиммера для внутреннего уголка, чтобы прям вот прям светлый был, знаете. Но можно использовать хайлайтер, ничего. И, кстати, цена этой палетки все так же не изменилась. 2090 рублей в русской Сефоре. Клево! Блин, я думаю еще прикупить двоечку, четверочку, шестерочку. Это был вздох потерянных денег. Алле-оп. В общем, такие перевоплощения у нас получились. Ставьте нюдис этому видео. Также пишите комментики всякие злакопакостные, мои любимые. Это шоу 2.0, перевоплощение наконец-то закончилось. Ну и в общем, всех люблю, целую. Всем... Какого дао? И всем утреннего дао. Пока.